Очередной визит в бассейн. Живу в этом доме. Ну, считай, здесь сколько метров. Hello. How are you? Possible enter? Yeah. Thank you. Вот видите. Reception. Ну, зашел вовнутрь труп. Омойники все-таки я уже показывал. Это мужское крыло, там души. Вот они, души. Можно переодеться здесь, отдохнуть. Ну и выхожу. Пожалуйста, я уже показывал, слева для детей, справа столик. И, пожалуйста, какая благодать. Смотрите, никого нету, я один. Ура! Вот это кайф. Вот это кайф. Трудно передать его. Сейчас, видите, сколько метров. Глубина обозначена вот здесь. В фитах все. Вход с этой стороны, это место для спасателей. Сидеть не хочу, сидеть тяжело. Сейчас выберу кушетку себе. Для того, чтобы лечь. Эта сторона для детей. Но это для взрослых. Ну вот сколько метров здесь? Хрен его знает. Не знаю, как вам сказать. Вот эти дома, вот смотрите, ну вот максимальная высота, глубина 5 фит. 5 фит, по-моему, метра полтора где-то это будет. Ну и вот и делаю заплывы такие, туда-обратно, туда-обратно. Водичка, смотрите, какая чистая. В чем весь кайф, да, вот. Всю ночь работают здесь эти... Водяные пылесосы, насосы, не знаю, как это, фильтры. Они очищают всю ночь воду. Никого не было, я вот только пришел. Смотрите, какая вода. Класс, разговора нету. Просто супер. Видите, спасатель приготовился, потому что я пришел. Вот как-то так, пока.